Ну вот, у нас уже начали появляться осадные орудия. Ну, с этой стороны, я не знаю, не будет башни наступательной. Но что будет, так это таран. Нам нужен таран с бараньей головы. И давайте этот таран будем делать. Это сохраним. Так, теперь откроем новый. Ну, видите, как здорово. Раз и отключился. Ну, хоть хорошо сохраняет, это ладно. Так. Значит, нам нужен баран. Как делают баранов? Кто не знает? Я нет. Давайте возьмем баранью голову. Тогда, как референс. Нашел я голову, по которой мы сейчас с вами все соорудим. Единственное, что у нас будет попроще, она. Ну, потому что для... Сейчас, секунду, ребята. Для того, чтобы референс, надо встать в какую-нибудь позицию. Вот такую, допустим, да? X. Да, X лучше. Так. И мы сейчас возьмем вот здесь. Shift-A. Так, ну-ка, Shift-A, да, мама, Shift-A. И вот здесь возьмем имидж и выберем референс. Референс у нас здесь на десктопе лежит. Почему не лежит на десктопе? Интересно. Стоп. Должен быть здесь лежать. Вот оно. Открываем. Ну, что нам ничего не надо. И сейчас давайте возьмем, ну, какую-нибудь мышь, типа план. Развернем его. Дин-дин-дин. РПСУ на 90. Вот так. И начнем сейчас с ним работать. Сначала мы его повернем. Так сделаем примерно. Так, стоп. Мы не там находимся. Вот так. R. Повернули. Ну, мы сейчас будем теми же самыми работать. Так. Теми разными. Так, а что у нас объект? Вот все. Кнопками. Это G. Вот так. Да. Это S, если нам надо что-то увеличить. И R это поворот. Ну, сейчас пройдем. То есть так. Вот так. Допустим, первый у нас будет вот такой. Да? Далее мы переключаемся на двойку. Двойка это ребра. Говорим Е, тянем и уменьшаем S. И смотрим. Ну, где-то вот так, здесь на точку, если мы перейдем, это один. Мы передвинем сюда. Так. Этот, наверное, можно сюда подвинуть. У нас такая грубая голова будет, это понятно, да? Но лишь бы контур правильно был. Поэтому пусть на нас автор не обижается. Мы его не берем. Просто у нас головы подходящие нет. Так, и тянем дальше. Е. Ну, допустим, вот так. Немножечко сделаем так. Еще раз теперь. Е. Увеличиваем S. Так. Переходим один.
тянем здесь, тянем здесь. Двоечка. И снова. Так. И снова G. Нет. Так, вот теперь, да, теперь надо. Единица. G. Единица. Значит, это G. Двоечка и Е. Так, уменьшаем. Ставим на место сюда. Ну и тут последний. Я не думаю, что мы будем губы рисовать. Это уж навряд ли. Сюда, а теперь S. Собрали вот так S и потянули туда, куда нужно. Готово. Вот, видно, что это голова этого самого. Дальше тянем дальше. E. Переходим опять сюда. S. Так. И еще раз. Только немножечко развернем вот так. Лопаем. Ну и теперь сюда. И сюда, потому что здесь у нас идет штука на бревно такая, надеваться будет. Ну, так оставим пока, да. А дальше мы возьмем теперь уже три вот этих ребра, одно, второе. И достаточно два. Е. И вот так пока сделаем. И здесь Ctrl-R, скажем. Вот так. И сюда подвинем. Так, пока вот так, да? Теперь этот нужно убрать. Так. Рассматриваем как объект. Как объект он очень даже и ничего. Давайте сделаем следующее. Давайте теперь мы его вытянем. Вот. Выделим вот эти все. Да, мамая. Вот так. Если мы его, скажем так, скажем, я вот думаю, как лучше сделать. Отодвинуть и мирор сделать. И чё ли? Давайте попробуем так. Отодвинем это дело. G по Y. Ну вот так, допустим, да? Я бы такой, чтобы... развернул немного, то есть... Хотя, ну давайте, еще немножко отодвинем. Вот так. И сделаем mirror, к примеру.
объект, далее set origin 3D курсор, убираем все его reset и говорим mirror. Он вообще должен по X сработать. Он и сработал. Но мы-то с вами. Зараза. Так, а ну-ка давайте. Неправильно мы поставили его. По Y. Придется по Y. Ну да ладно. Ну, сейчас исправим. Так. Надо нам его по X повернуть. R. Z. 90 градусов. Вот так. 90 градусов, так будет гораздо лучше. И сейчас я немного его разверну. Поставлю, правда, объект set origin геометрию. И немного разверну его вот так. R по оси Z. Вот так. Ну, немножко к носу так это, да? Так. Вот. А теперь-то мы можем спокойно сказать, что нам надо убрать все трансформеры и сказать mirror. Вот, теперь mirror у нас стал так, как нужно. Угу. А дальше мы будем с вами работать уже с edit-модом. Если нас все устраивает, то мы можем сказать apply, перейти и сказать apply. И тогда у нас будут следующие вещи происходить. Мы будем брать вот так, сейчас секундочку, я вот подумал. Ну ладно. Давайте так сделаем пока что. Там видно будет. Надо было больше развернуть. F. Выделяем ребра. И говорим F. 5. И так везде. Я не знаю, на всей поверхности получится сказать F. Нет. Слишком много выбрала, да? Но зато мы можем вот так сделать. Я думаю. Так должно получиться. И оно получилось, естественно. Так, F. Тем более, что у нас вот здесь не надо, тут дырка будет. Если хотите отверстие, ладно. То начнется сейчас рассказы, где бывают дырки. Знаю я вас. Такой благородный, благодарный народ. Пользователи. Эй. Когда я работаю с такими делами, то я стараюсь как можно меньше сделать всяких точек, потому что двигать их — это то еще удовольствие, во всяком случае для меня. Так, мы видим, да, что у нас такое получилось. Так, давайте теперь попробуем еще раз. Так, 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 так. Так. Вот. Хорошо, правильно. Но мы не сможем так. Нам нужен только один. Пока что. Я хочу его, если мы спереди смотрим, вот так, я хочу его немножко сыграть с ним вот так. А почему он не хочет?
R по Y. И вот так его сделать. Так? То же самое с этим. А что тут за дела получается? Подождите. Вот это я хочу. Допустим, отодвинуть немножко. Так, да? По иксу. Поздно. Внизу по иксу. Вот так. Да? И теперь сказать ему R по игреку и начать его гнуть. Откуда вот это получается здесь? Это же явно какая-то лажа, которая потом вылезет, как минимум. Ну-ка. Ну да. Видите? А вдруг откуда ни навозьмись называется эта штука. А, это я постарался. Ну, понятно. То есть надо было по одной все-таки делать. С выправим. Я надеюсь, сейчас этого не будет. То есть мы делаем следующее. Сейчас я могу выделить те и другие. Правильно? А теперь я их раздвину. То есть S по X. Вот так. Да? И отдельно из них каждого придется, потому что так они, наверное, не сведутся. А вот так, да. То есть я сейчас встану вперед и скажу, ребята, я хочу вот это сделать. Так. И вот этот. Потому что это таран, он должен быть массивный. В то же время, так, ну-ка, еще раз, R, вот так, вот такая башка. Далее, возможно, сделать, наверное, так, выбрать эту и сказать Ctrl-R. И раздвинуть. Спрессу. Вот так. Да? Если мы так сделали, уже такую, да, то чтобы нам не мучиться в следующий раз, мы сейчас сделаем следующее еще раз. Ну, это часто так делают, когда берут Ctrl-R, допустим, разделяют эту штуку, да, потом левую или правую какую-нибудь из них убирают. Допустим, вот так. Раз. Но для этого надо прозрачность, чтобы все выбралось. И говорим, что убрать точки. Все. У нас получилось. Так, теперь убираем прозрачность. Берем это. Эту часть берем. И вот. Убираем все ее трансформеры, говорим, что этот объект будет по 3D курсору и mirror. И вот теперь мы это оставляем. Мы тут ничего не меняем. Так, клиппинг. И клиппинг побольше придется сделать, чтобы он закрыл щели. Все. Смотрим. Bitmode. Да, отлично. Потому что, вот смотрите. Если мы сейчас возьмем это,
потянем, допустим, вниз. G. Ну, вот так, да? То работает все вместе, что хорошо. Так. Отлично. Теперь эти тоже вниз опустим, но только одну, естественно, уже вниз. Вот, вот вам уже почти баранья голова, да? Единственное, что мы должны еще и вот эти подкинуть точки. Так. Так вот. Здесь немножко раздвинуть, тут задвинуть, вот так, чтобы вырисовывалась морда, да, морда лица начинает вырисовываться, это хорошо. Так, теперь здесь уберем, то есть это опять процесс двигания точек, мать его. Ну, не знаю. Может быть, я когда-нибудь это полюблю. Но пока нет. Вот так. Вполне, вполне, ребят. Поджали. Теперь это вот хорошая такая штука. Ну, смотрится довольно-таки по-бараньему. Так, как-то бы нам надо здесь квадратик сделать. Из него пустить рога. Больше мы не будем тут делать эти, потому что достаточно вполне. Мы попробуем сейчас вывести отсюда рога. Кстати, а где рога? Откуда у него растут? Откуда у барана растут рога? Вот отсюда? Ладно, с головы. Ну. Я не решаюсь вам точно сказать, откуда у него растут рога. Пойдемте посмотрим где-нибудь. Так, у этого здесь. Вот, то есть вот здесь будет глаз, если что, то у него вот, вот тут рога расти. Да? Ну, вот, отсюда начинается, здесь крутится. Нам тоже такое надо сделать. О, видите, вот откуда. Тут еще выше должны быть. Все понятно. То есть у нас должно быть вот здесь. В этом месте начинаться рога. Сделали квадратик для них, как раз то, что нужно. А тут будут, пускай эти ухи, если что. Но ухи мы не будем делать, это ерунда. Это вторая не ухи делать, это уже вообще за гранью фантастики. Так, смотрим сверху. Тут прямо у нас
тут прямо. И пошли, ребят, делать рога. Сколько времени-то у нас? О, 24 минуты, потом рога.